Зрением человек воспринимает 80% всей информации. Но есть люди, чьи возможности познавать мир с помощью зрения ограничены. В настоящее время существуют две всемирные даты, призванные привлекать внимание общества к проблемам слабовидящих и незрячих. Это День Белой Трости и Международный День Слепых. Общественное объединение «Казахский общепит» города Кибастуда. У нас на учете стоят 350 инвалидов по зрению, полной потери, частичной потери, в том числе инвалиды. Мы объединение, которое живем за счет благотворительности, которую нам оказывают наши спонсоры. Оказываем нашим инвалидам помощь социальную, смотрим, наблюдаем их быт, как они дома живут, одиноким ухаживаем, вот ходим. История этой даты произошла еще в 18 веке. 13 ноября 1745 года родился французский педагог и основатель учреждений для слепых Валентин Гаюи. Именно поэтому день его рождения провозглашен Днем слепых. Хочу поблагодарить наших спонсоров, которые нам оказали помощь. И, во-первых, это энергоуправление в лице генерального директора Гайнуллин Раис Харисович, Промсервис Дотан, генеральный директор Дручина Сергея Васильевича, Проммашкомплект Станислав Супа, торговый дом Дарья Гульнар Хайлановна, Тонарык Тамара Бельгибаевна. А также от души хочу поздравить нашу благотворительный фонд Гале Шакировны. Со стороны общества требуется только одно – быть внимательнее к тем, кто в силу разных жизненных обстоятельств сегодня оказался в положении слабого.